Всем привет, с вами Линк, мы продолжаем играть в Stardew Valley. Сегодня среда, 3 число, осень, третий сезон наступил. Вот, в предыдущей серии мы собирали на лошадь, ну, на пони, не на лошадь, на пони, но все спустили на семена в итоге. Вот, и в этой серии мы продолжим собирать на пони. Очень хочу лошадку себе. Надоело пешком бегать по долине. А, был день рождения Пенни, мы его отметили, подарили ей дыньку. Пенни обрадовалась, и у нас с ней теперь хорошие отношения. Вот. Сегодня мы продолжим фарм. Продолжим собирать деньги на конюшню. И я думаю, что сегодня-завтра, и мы уже, короче говоря, пойдем заказывать, в общем, эту пристроечку вот к нашей ферме, и мы будем ездить на пони. Вот, я в предвкушении, что не надо будет теперь бегать пешком, вот, на пешкарусе, и... Очень-очень-очень ускорит. В общем, хотел сказать, очень-очень быстрее. Вот, очень ускорит наш фарм по карте. Больше будем успевать. И, в общем, как бы и денег больше, и квестов больше, и, в общем, всего-всего-всего больше. Так, ну, мы пойдем сейчас проверять наших зверей. А, по-моему, еще где-то нету маленькой коровки. Всех мы проверили. Вот. Я не вижу нашей маленькой коровки. Где она делась? Где Гаврюша? А вот она. Так, мы с Гаврюшей уже, оказывается, поздоровались. Окей. Все, мы всех подоили, козы пока не доятся. Да, Анфиска слишком маленькая. Сходим к курочкам, сходим к грибам, чекнем все это дело, и опять нет места в инвентаре, но ничего не сделаешь. Надо повыбрасывать все эти перцы, зачем я их с собой таскаю, непонятно. В город все равно не хожу, здесь фармлю. Ничего не положил, почему я не запустил ничего? Вот. Чудик вообще. Так, окей. Одно место есть, но давайте прочитаем письмо. Марни. Киржакот, я хочу угостить своих коров, а как они такие умницы и такие холодные, можешь принести мне сноп амаранта, они его обожают. Спасибо, душечка Марни. У меня Марни какая-то получилась, непонятная. Ну ладно, мы принимаем задание, амарант. У нас его сейчас нет, но он где-то тут растет. Фиолетовая вот эта штука, по-моему, амарант. Вот, да, сноп амаранта. Так как задание не ограниченное по времени, не лимитированное, то, ну, что бы не взять, правильно? Правильно. А как амарант подрастет, так сразу к Марне его и отнесем. Сейчас надо сгонять, наверное, в город, я думаю, посмотреть на объявы, что там есть. Может, кому-то что-то нужно, доставку сделать. Мы здесь местным курьером подрабатываем, кто не знает, кто не в курсе. Доставляем всякие разные штуки. Вот, жители заказывают, и мы их отвозим там. Кому там дыньку, кому там амарант, кому еще какую-нибудь ерунду, там перед жгучей колено натереть. Вот, кстати, есть такой вариант. Я хочу его проверить. Вот, подсказала его нам Волга. Подсказала или подсказала, вот не знаю, девушка или парень. Вот, но... В общем, как выполнять задание Клинта, не ходя в данжи. Вот.
он заказывает обычно руду, и если вы перетащите просто, вот как я это делал, из сундука руду к себе в инвентарь, чтобы ему отнести, задание засчитано, ну как, не засчитывается. Вот. А если перекладывать по одной штучке, вот именно по там, правому клику мыши, по-моему, то, в принципе, досчитав до нужного количества, задание может, короче говоря, засчитаться. Ну, если это есть такая фишка, то это вообще чит, на котором можно деньги поднимать нон-стопом. Вот, чекая задание Клинта на руду, а он, в принципе, достаточно часто это делает, это задание дает. Вот. Поэтому на ранней стадии вот так вот, типа, можно зарабатывать. Ну, я не проверял, я проверил один раз, вот, оно не сработало, и все остальное время я бегал, в общем, в шахты и приносил Клинту руду. Живьем, так сказать, фармил ее. Вот, поэтому он очень немного за нее дает. В принципе, руда-то нам остается, вот. Но клин там дает не так, не такие большие деньги, поэтому я это задание брал только когда это совпадало со временем, когда я в шахту шел. Вот. А сейчас проверим, если оно так работает, то, в принципе, это вообще easy money. Так, я хотел посадить еще, у нас какие-то семена здесь оставались. Я хотел их досадить. Так, вот здесь вот чувакнем. Вот даже удобрять не буду. Просто так воткну их в землю и полью. С последней воды. Так, что-то я там уперся, я в дерево. Угу. Так, здесь как раз вот подъехал у нас... О, здесь я подумал. Подъехал, блин, кленовый сироп. Чё, я начал забывать. О чем это я, вот, кленовый сиропчик. Кленовый сиропчик стоит хороших денег, поэтому мы как бы его продадим сразу. 400 денег. Здравствуйте. Так. И Эль, наверное, тоже мы будем продавать. Он тоже стоит, по-моему, 300 единиц денег. Вот, и мне это как бы нравится. У нас осенний узелок. В принципе, мы уже насобирали. Давайте глянем, что нужно на осенний узелок. Это мы все посадили, это все растет. А вот... Это не в кладовой, не в сейфе, не в бойлерной, не в аквариуме. Вот здесь комната искусств. Нам нужна чернослив, черная сливка. А ежевика у нас где-то, по-моему, уже есть. Фундук есть, шампиньоны давно есть. Черная слива. Давайте посмотрим. Вот, чтобы получить что-то из подарков. Нам нужно это предоставить. Это есть, фундук есть. Ежевику ищем. А, у нас только виноград, ежевики нету у нас. И чернослива у нас нету. Тогда пока облом. Тогда мы пока это все выложим сюда. Пусть оно здесь будет. Так, грибочки. Перец оставлю, фундук еще выложу, пусть он здесь лежит. На всякий пожарный, чисто на всякий пожарный. Так, выкладываю молоко, я чищу инвентарь. В общем, что я делаю, я просто чищу инвентарь, чищу сундучок наш, чтобы было больше места, я хочу сгонять на пляж. Ну, я все сделал, все собрал, там единственное, что там пару яиц не влезло, ну, то такое, дело житейское, что называется. Вот, теперь нам нужно найти сливку и ежевику. Было бы неплохо. Ничего покупать больше мы не будем. Я думаю, достаточно мы уже накупили.
Так, волшебник желает изучить магические свойства предмета, известно как большеротый окунь, господи. Вы будете вознаграждены за 300 за доставку. Нет, у нас, по-моему, есть окунь один, но на рыбу я не хочу брать квесты. Нам понадобится рыба, ее потом ловить целое дело. Надо, кстати, удочку найти, куда мы дели. Возможно, она в шахте еще лежит, а возможно, я ее притарабанил, куда-то сложил и забыл про нее. Потому что в инвентаре у меня ее нет. И уже давно. Как-то рыбалку мы подзабросили очень сильно и... В общем, занялись фермерством на максимум. Вот, это и неплохо, собственно говоря. Это неплохо, но надо найти место, где ловится простая рыба, и этой рыбы чисто посвятить этому день, натягать так, чтобы от души. Потому что вот сейчас уже 15:30, в принципе, время есть, а я не знаю, чем себя занять. Буду приставать к Эмили. Моя подружка владеет магазином в пустыне. Если поедешь туда, заходи к ней и передай привет. Кажется, у нее продаются кое-какие редкие продукты. Ну, классно. Она... Наш добрый мэр отдал городской сад мне на попечение. Осенние цветы очень нежные, так что не торопись. Не топчись по ним. Я же знаю, что вы, детки, любите так делать. О. Неужели что-то портится от того, что я по ним топчусь? Вот уж не думал. Не знаю, ну нечем заняться. Можно пойти побежать, найти ежевику и сливу. Вот. Привет. У тебя все нужно есть на ферме, Кэролайн? Если нет, то мы можем помочь. Мы продаем разные полезные вещи. Ну, мы же уже общались с тобой. Кэролайн, по-моему, одуваны любит, да? Нет, 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 только не это. Блин, Кэролайн не любит одуваны. Божечки, это же моя любимая. Странно. Наверное, Джоди любит одуваны, да? О, привет, тебе что-то нужно? Ну ладно, окей. Память никакая, поэтому я уже не помню, кто кого чего любит. Ну, запомнил некоторых, но вот не всех, к сожалению. Не помню. Классно сделали вот этот эффект, что вот листики летают, осень такая. Если у тебя есть ненужный металл, он всегда пригодится мне для моих проектов. Но только если он тебе действительно не нужен. Марун, ну нет у меня металла, к сожалению. Сорян. Вот, я думаю, сейчас пробежимся, давайте до баньки заодно. О, сливка! Вы видели, что она сделала? Она сливку затоптала! Привет, Киржакот. Ты что творишь? Я тут замечталась о новых проектах по дереву. У тебя хорошо идут дела? Дерево в доме хорошо держится? Ты мне сливу затоптала. Блин. Еще и ругалась там на нее. Видели, да? Видели? Топтуха. Ладно. Найдем где-нибудь в другом месте. Так, Лайнус, что-то здесь. Я не столько знаю тебе, чтобы доверять тебе. Прости. В принципе, зачем это нам... Зачем это нам нужно, да? Сейчас полная энергия, уже практически 6 часов. Вот, пока мы ее пополним, будет 7 или 8. Мы лучше побегаем, пособираем, да, что-нибудь. В лес пробежимся. В надежде, может, слива какая-то попадет. И ежевика. Потому как нашу затоптали. А, мы грибы еще хотели собрать. Угу. Вот, отлично. Фиолетовый гриб. Очень редкий и дорогой.
И место есть, мы сразу еще из курятника остатки яиц заберем. Так, отлично. Вот, тут уже, в принципе, готово все. А можно здесь поторчать, чисто поготовить, покрафтить что-нибудь. Так, у меня есть золотое. Надо выложить золотой сыр. Вот, и бульк. Отлично. Ежевика не очень дорогая я, поэтому... Точнее, морожка. Но все равно. Так, медик надо забрать. И тут дерево выросло, его бы срубить. Так, что мы продаем? Мы продаем кораллы, ракушки, майонез, джем. Можем, в принципе, шампиньонов штуки 4 продать, пускай будет. Все, остальное на сохранность. Сюда. Здесь яйца мы оставим еще. И сюда выложим... Грибы, по-моему, здесь у нас, да, рыжик и редкий гриб, растущий глубоко в пещерах, фиолетовый. Вот, если бы он был бы еще золотым или каким получше, было бы вообще шикарно. Вот, ну давайте, давайте деревья порубим. У нас дерева не хватает. Предлагаю их порубать. Без дерева не так уютно смотрится, но деревья нам нужны. Тут они все равно отрастают, поэтому мы будем их рубить. Древесина нам очень нужна. Нам еще апать. И апать. А все апгрейды очень дорогие. Я хотел кузнецу, по-моему, отнести на грейд. Инструменты, кирку, чтобы эти камни все порубать. Лягуха. Прости, лягуха. Не специально. Девять часов. Не знаю, где мне эта древесина еще пригодится, но она, по-моему, нужна. Отлично. Немного, но чтобы потом я уже все эти доски вырубил, которые были. Вот, это какой-то памятник дедушке, дедушкин мемориал. Вот, с ним тоже что-то надо сделать, я вот уже не помню, что. Так. В принципе, все мы сделали. Сейчас еще заправим. Хотя мы можем посидеть и позаправлять немного. Энергии нету, по лесу я не побежал. Но я не люблю в потемках по лесу бродить. Это крайне неудобно. Но вот пока нет колец, в общем, делать нечего там. Правда, торговку надо бы, конечно, как-то с ней общаться. Ну, торговка не самое главное для нас сейчас в этой игре. Вот, ну хотя спиннер бы у нее я бы купил. Ну вот, эту штуку еще поставил бы. Парочку бы с удовольствием. Чтобы не самому не поливать эти штуки. Ладно, давайте закончим. Этот день. Завтра тоже ничего не будет. 4 число. Спим. Хотя можно было потусить, но у меня энергии нету. Не хочу переутомляться. В принципе, вот 3 с лишним тысячи мы нафармили. Еще один такой заходик. И я думаю, можно смело идти и покупать
конюшню. Так, ну по традиции поехали. 4 число. Новый дывы. А, ежевичный сезон. За городом кусты прямо ломятся от спелых ягод. Сходите, убедитесь сами. Вот, видите, для чего нужно телек смотреть. Он вас всегда предупредит о каких-то нужных ивентах. В данном случае ежевичный сезон подъехал, и нам по-любому нужно бежать, потому что все бросать, ежевика — это как морожка. Это стратегически необходимый ресурс. Так, вот у нас братва вылезла из коровника, и давай орать. Козы, курочки, раз, два, три, а где четвертая? А, вот же четвертая сидит. Что-то... О, козы подросли. Теперь коз можно доить. Видите, рожки появились. То раньше ушки просто были. Вот, а теперь их можно тоже доить. И получать бутылку козьего молока. Вот, видите, вымя появилось у козочки. Так, блин, ну хорош. О, грибочек заспамился, смотрите. Ждем теперь нашу гаврюху. У нас должно быть 4. О, мы не подоили. 2 козьего и 3 коровьего. Где-то еще одна коровка, которую мы не подоили. А, вот она. Снежинка что-то у нас не захотела выходить сразу. Блин, яйца я забыл. Эти звери. Вот он, очевидный минус забора. Зверей придется ловить по всей территории. Но зато свободный выпас, они и ходят куда хотят, едят, что хотят. Иногда, правда, ночуют на улице, потому как далеко отходят от дома. Не знают, как вернуться просто. Вот. Но в целом, в принципе, все ок. Не люблю ремонтировать заборы, просто это... Какая-то ерунда вообще. Шляпа какая-то, как говорят. Ну а чё, он даже сезон не стоит и, в общем, падает. Зачем он нужен тогда постоянно бегать, его ремонтировать? Так, отличненько. Отличненько. Давайте грибы проверим. Кота напоим, то что он разлегся такой, прям умирает от жажды, бедолага. Вот кот спокойный, мне вот чем еще кот нравится, кот спокойный. Маленький спойлер, собака у вас тут будет метаться по всем огородам, по всему вот этому всему делу, в общем. Просто она такая. Ну и гавкать, естественно. Лаять будет. А кот мне больше симпатичен в этом плане. Поспокойней будет. У нас ежевика растет, а мы здесь сыр ждем, пока приготовится, блин. Давай уже. Камон. Плюс мы еще не поливали, нифига. Ну отлично, майонезик такой, сыр высшего качества. Вот, сейчас мы все польем и побежим прям вот до упора собирать ежевику. Хотелось бы, конечно, что-то заработать еще, но сейчас пока будем поливать, будем крафтить сыры и же с ними. Вот, нам надо еще сегодня хотя бы 1500, чуть больше, да? И завтра все. Завтра точно рвем прямо с утреца. Потому что уже 4 число, мы как-то немножко подотстали от графика.
Ну, естественно, никакого графика нету, но вот, на мой взгляд, нужно было бы пошустрее все это делать. Как-то я больше обращаю на огороды еще, то есть... Ну, не знаю, я хочу, чтобы у меня в запасе было всякое разное. Это все равно принесет какие-то деньги, ну и плюс такой интерес. Единственное, что мне не нравится, это поливать это постоянно такой лейкой. Может, дело в лейке, может, лейку апнуть будет проще. Вот. Ну, у нас останется, в принципе, потом, после всех апгрейдов, апнем лейку. Коса не апается, в принципе, она такой инструмент, который не нуждается в апгрейде. Вот, и мотыга, а нет, мотыга апается. Мотыга апается. Мотыга нам нужна очень, кстати. Мотыгу вот прям вот чуть ли не быстрее, чем кирку надо апать. Я хочу, чтобы к зиме мотыга у меня была уже хотя бы серебряная. Пусть не золотая, но хотя бы серебряная. Ну, лучше, конечно, чтобы золотая была. Так, ну... Ну и молоко сразу берем. Зачем два? Одного пока хватит. Так, ну мы все полили. В принципе, у нас норм. А, побежали. Побежали фармить чернику. Час дня уже. Вот, надо выбрать маршрут, чтобы везде успеть, везде забежать. А почему я не вижу черничных кустов, которые ломятся, прям вот ломятся от всего вышеперечисленного? Просто я не вижу черники. Где кусты? Алло? По-моему, нам наврали. Вот чисто я думаю, что вот обманули нас. Я не вижу ни одного куста черники. Хотя их тут должно быть просто валом. Ну вот, вот, не знаю, вот эти или вот эти. О, орешек. Здравствуй. Как дела на ферме? Сейчас ведь сезон кукурузы, да? Да, Димитриус, у нас 8 с Димитриусом. Представляю, как должно быть спокойно работать весь день с растениями на свежем воздухе. Ну, такое, да, неплохо. Ветер, дождь, град, а ты такой работаешь спокойно с растениями на свежем воздухе. Ну, похоже, обманули нас, черникой нету. Нету нифига. Возможно, в лесу она имела в виду. Очень странно, но... Давайте в лес сгоняем. Сейчас я еще сюда забегу. Она, если поспевает, то поспевает везде. Виноград. Крылья, ноги. Главное, хвост. Сейчас я забегу, заодно меч продам. Бесполезный. Так, мужики, меч возьмите. Сотенку. А тут уже клеймор есть. 20-32. Как вам? Свинцовый пруд у меня есть, правда. Ну, у нас что-то такое. Тоже минус 4 скорость, плюс вес. У нас просто плюс вес. Пусть уже будет, что будет. Давайте сгоняем на пляж. И после пляжа сгоняем в лес. Посмотрим, что там. Стандартный диалог Лайноса. Вот, который все еще не верит, что мы чисто без всяких злых намерений к нему подходим. Проверяет нас. Вот тут вот должны быть ягоды, но их нету, они еще не поспели. То есть это завтра, наверное, будет все, как я понимаю. По вечерам салон бывает очень оживлен.
Я люблю заходить сюда раз в неделю, чтобы послушать новости. У нас вот есть черника. Эй, здорово, спасибо. Немножко качнули Льюиса. Кэролайн. Может попросить у Пьера приготовить сегодня ужин? Пьера приготовит сегодня ужин. Девчонки, видимо, занимались йогой или чем-то таким. А, у них тренировка была, поэтому они там все вместе тусуются. Есть что-то на пляже, это радует. Там как давно что-то здесь не было, ничего. Я уже начал волноваться, что духи совсем обнаглели там. Меня что-то накидало. Можно, конечно, читать утром по телеку, но вот я вот этим сообщениям всем не доверяю, поскольку уже много раз было проверено, что... Ну да, действительно, дроп небольшой, но он есть. А даже небольшой дроп, в принципе, стоит, чтобы его собрать, как по мне. Вот кусты, но они не то самое, они еще не созрели. Может, она нас предупреждала, что типа вот завтра все это будет... Хейли, привет. Хочется на шопинг, ах. Держи подсолнух, алло. А, мы уже подарили ей два подсолнуха, ладно. Не держи, я себе оставлю. Я не вижу вообще, не вижу, где они тут ежевику увидели. Тетка явно нам наврала. Не ломится здесь ничего от ежевики. Гриб один растет. И все. Виноград, по-моему, лежит. Это ж виноград? Нет, ежевика. Так, слива бы найти, и слива бы нам дала возможность пойти подарок получить. Но сливки пока нету. И слаймы куда-то ушли. А не, вот они. Один, по крайней мере, точно есть. На месте. Чекнули слаймов. Побежали дальше искать. Сейчас темнеет, мы вообще ничего не увидим. То есть такие вещи, как хрен, батун или вот эти большие цветки. Их видно, а вот фундук или слива, они очень маленькие, сливаются с фоном, и их не видно вообще, короче. Уже полон инвентарь. Да вы шутите. Капец какой-то. Ну давайте хоть грибов пофармим, что ли. Шампиньончики появились. Шляпный мышь. Шляпами торгует, чувак. Ну ты вообще молодец, конечно. Видите, сколько появилось? Это... Можно вместо кепки одевать все это дело. Бантики, короче говоря, маргаритки, если вы за девочку играете. Вот. Счастливый бант это тоже на голову. То есть для парней кепочки. В общем, у мыши здесь периодически появляется. Что там? Можно немножко кастомайзить своего героя. Вот, бейсболки там разные, ну такое. Ну ничего нет. Нет ничего, это завтра, скорее всего. Я, наверное, или прочитал неправильно, или понял неправильно. Вот, завтра сезон ежевики начинается, и завтра мы за ней побежим. Сегодня, ну, пусто все. Все кустики еще только завязываются. Хотя вот здесь я их не вижу. О, грибочек еще один. Инвентарь полон. Вы просто заколебали с полным инвентарем. Вот меня раздражает, когда они разного типа, блин, ничего. Ну нельзя сразу дропаться в один, как бы. Блин.
Блински. И камни не выкидываются, да, и ладно. С этим грибом. Так, давайте как-то уберем эту нижнюю полоску, как-то она мешает. Да, нету ничего, нам не наврали, наверное, скорее всего, я неправильно понял их. Вот, поэтому мы сейчас возвращаемся домой. Будем крафтить до упора майонез. В надежде, что нафармим наши 2000 денег. Так. Отсюда я возьму еще хмель. Давайте положим сюда все это дело. Тут инвентарь почти забит. Надо грибы отсюда переселять срочно. Вот, я думаю, что... То, что все, фундук влез, а золотые, если будут, уже не влезут. Поэтому грибы и, в общем, дропные предметы нужно будет переселять. Потому что уже не залазят. Так, окей. Зачем я взял морожку? Объясните мне. Мне нужно было хмель взять. Хмель я взял. То есть его надо переставить просто и пивоварим дальше. Не надо ничего есть, господа. Все это сливаем. Вот. И зарядить надо яйцами. И можно козью начать козий этот самый, козий сыр бахать. Давайте попробуем. Пусть козий сыр изготовляется. Качественный майонез, козий сыр. А козы не каждый день доятся. По-моему, через день это происходит. То есть... Вот, но молоко у них, как я уже говорил, по цене будет. Еще одна золотая кукурузка. Мы все собрали, кстати, вот по кукурузе. Надо глянуть, потому что я такой мог забыть. Ну, хорошо, все полил. Это радует. Скидываем дерево. Сразу берем... твердую древесину. Блин, я думал, что я к сезону морожки уже буду на коне, на пони ездить, а вот не успел немножко. Запомните, 4-5 осени сезон морожки начинается. Постарайтесь до этого времени вкачать конячку себе. Вам собирать будет проще гораздо, чем мне теперь это делать. Вот, нужно взять золотые слитки. Ой, золотые, серебряные. Конечно же, серебряные слитки. Вот. Я возьму 5 медных и возьму 5 серебряных. Серебряные у нас пойдут, я закажу лошадь, а медь мы проапгрейдим нашу кирку. Я отдам кирку на апгрейд. Это будет стоить 2000. Я надеюсь, мы сейчас насобираем. Будем сегодня варить до упора. Вот. И я думаю, что все у нас будет окей. Сейчас я сразу еще приготовлю себе еще яиц. Так. Такое яичко. И вот такая вот штукенция. Сбегать, пофармить лес, что ли? А, грибы поспели. Класс, класс. Отличненько. А, думаю, что нужно сундук бахать. Нужно бахать сундук еще один. Потому что как-то... Цветы цветами.
Хотя можно в цветы их перевести. Цветов я делать много не буду, а все грибы и фундук перевести просто в цветы. И они освободят место заодно. Так я и сделаю. Цветочки наши стоят наполовину пустые, а ягоды уже заполнены. А я еще... Ну, это не только ягоды. Здесь сундук переработки, как правило. Все ягоды идут на сок, на джем, на вино. Вот. Ну и же с ними. Я их поэтому ставлю близко к переработкам, чтобы не бегать далеко. Вот. А грибочки с цветами будут. Ну и сюда надо будет запомнить, что я и фундук сюда складываю. Есть. 12 тем временем стукнуло. Нам уже надо серию заканчивать. Вот, 2 дня прошло. А я делаю по 2 дня, чтобы и так они получаются затянутые, чтобы было проще смотреть их. Если кому-то, конечно, это интересно. А вот, потому как можно пилить их и по одному дню, но, блин, я бы вообще такой, что одну на 8 часов бы или на 10 запилил, но вы представляете, 10 часов вот этого дела, это для просто людей очень дико увлеченных этой игрой надо делать. Я не думаю, что таких очень много. Хотя... Опять же повторюсь, сам думал, что, ну, там в такое играть-то никогда в жизни. В 19-й год модные игры всякие разные. У нас есть козий сыр, поздравляю вас. Вот, предлагаю его продать нафиг. Сразу. Он очень много регенит энергии и 50 хпшечки. Вот. Но так как он без звездочки, он мне особо не нужен. Я хочу со звездочкой. У нас ярмарка, в принципе, еще не скоро, поэтому, ну, я могу и подождать. Все для денег, все для фронта, все для победы. Ух ты, все. Побежал я спать, потому как уже поздно. И я закончу эту серию, и мы с вами увидимся в следующий день, в 5 октябре. Вот 4000. И в 5 октября мы побежим Робин заказывать лошадку. На этом все. Всем пока. Увидимся в 5 октября.